Всем привет, с вами Виктор Фурсов. Привет из Киева, столицы Украины. Смотрим сегодня пробу с хальцедоидными наездниками различных семейств в спирте. Они немножко так двигаются, немножко, конечно, спирт уже подсыхает, надо срочно их перекладывать. Успеем посмотреть и рассказать, кто же здесь у нас находится. Здесь у нас находится семейство Мимариде, Афелиниде, Энцертиде и, возможно, где-то спряталось Сигнифориде. Также семейство трихограмматиды я уже практически отселектировал. Итак, по центру у нас сейчас находится самец Мимариде. Внизу экземпляр самец с желтым телом, длинными усиками Мимариде. С левой стороны находится самец семейства Энцертиде с желтыми ножками и черной булавой. Это Полинема Мимариде по центру. Крохотные экземпляры, по-видимому, это род олигосита трихограмматиды, а также здесь мелкие, есть из рода анагрус мимариды, самые крохотные здесь в этой пробе. Так, с левой стороны это черный экземпляр вытянутыми крыльями мимарид. Здесь приближаем, снова в нижней части находится с длинными усиками семейство мимариды, над ним энцертид с коротким телом, коротким брюшком. С левой стороны самец наблюдаем с длинными усиками энцертид. Сейчас к нему приближается тоже черный энцертид. По центру с длинными усиками и булавой это мимарид. Над ним находится с длинными усиками энцертид. В нижней части находится афелинид. С правой стороны желтый, с левой стороны черный энцертид. Смотрим по габитусу, по усикам, по крыльям. Я их уже смотрел под большим увеличением. Сейчас посмотрим под средним увеличением на 4 на 10. Сороковка. С тем, чтобы показать всех сразу вместе. Сейчас с правой стороны наблюдаем черный экземпляр самец мимариды. Над ним коротким перевернутым вверх пузиком находится энцертид. Снова появился с левой стороны самец мимариды. Над ним самец энцертиды желтый. Так. Здесь множество желтых экземпляров коротеньких, очень компактных. Это семейство афелиниды. Вот сейчас приближаемся. По центру находится, возможно, род афитис крохотные. В самой верхней части находится два самца энцертида с левой стороны. Тоже находится самец энцертида. И внизу появляются усики, голова и брюшко. Это мимарид. Больше всего здесь афили, желтеньких крохотных афелинид. Так. Здесь у нас по центру сейчас появляются маленькие из рода анагрус и аляптус. Мимариды очень крохотные. Менее чем 0,5 мм с вытянутыми усиками, вытянутыми крылышками, с длинными усиками самцы, с коротенькими с булавой самки. С левой стороны появляется самец семейства мимариды. На самом верху появляется самец энцертид. Внизу самец мимариды. Снова сейчас приближаем мимариду по центру. Самочка с длинными усиками с булавой. И с длинными усиками с булавой с правой стороны тоже самец, самка мимариды 2. А с левой стороны это самец энцертида. Вот сейчас снова по центру появляется мимарид. Два экземпляра мимарида. Рядом коротенькая выступающим яйцекладом афелинид. Афитисы. Внизу экземпляр мимарида с длинными усиками самец. Маленькие экземплярчики здесь видим афелиниды с черно-прозрачными крылышками. С перевязью крохотными. Так, снова возвращаемся на первое место. Здесь у нас с левой стороны энцертид. Два по центру семейства мимариды. Слева самка. С правой стороны самец. Желтый экземпляр с длинными усами. С правой стороны появляется два экземпляра. Один черный без головы энцертид. И черные здесь два экземпляра с длинными усиками. Это мимариды. Спасибо за ваше внимание. Здесь было любопытно и интересно. Вот такие пробы попадаются при
ловли в желтые тарелочки. Мерики или в ловушку молезу в спирт. Проба хранится в спирте, обязательно с этикеткой, с местом сбора, датой сбора, сборщиком, датой сбора и указанием растительности. Если вы ставите желтые тарелочки, у вас может быть разные мелкие паразитические насекомые, которые после сортировки покажут, что биоразнообразие с вашего участка. Собирайте в различные ловушки в желтые тарелочки и обращайтесь к нам за определением, за помощью в определении, за консультацией. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и заходить к нам на страницу в Patreon, становиться нашими спонсорами, посылать нам донаты для поддержания энтузиазма и плодотворного общения и создания новых видео. Продолжение следует. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Заходите на Patreon. Anyway, just sincerely invite you to welcome to my channel, Victor Fursov, Entomology's Beekeeper Tissue. And subscribe to my channel, because my channel is about nature, about entomology, insects, different invertebrates, animals, and also about English, about Ukraine, about Kyiv, and other countries which I've been visiting for many years. So welcome to my channel. Subscribe, press like, write your comments, ask your questions, and welcome to my channel. See you soon. Subscribe.